Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый весенний сезон, который продлится с 7 по 14 февраля. На острове Fortune Island вас будет ждать 2 сезонных выходки и 3 сезонных чемпионата. И как уже заведено, за первое место против драйватаров уровня эксперт вы получаете 3 призовых игры во всех 3 чемпионатах. На основной карте вы найдете 1 сезонную выходку и 4 чемпионата. За первое место против драйватаров уровня эксперт в раллийном спринт-кроссе в Астмуре вы получаете призовую игру, 20 тысяч кредитов и автомобиль Lancia Stratos. За первое место против драйватаров уровня эксперт в спринте в озерном краю вы получаете призовую игру, 15 тысяч кредитов и автомобиль Alumi Craft Forza Edition. За первое место против драйватаров уровня эксперт в весеннем чемпионате сообщества вы получаете быстрое сообщение в чат, сложная игра, 20 тысяч кредитов и автомобиль Hot Wheels Ford Mustang. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командной кольцевой гонке на ретро-автомобилях в Астмуре вы получаете черный гоночный костюм. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Слишком рано». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Mitsubishi Eclipse JSX 95 года. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Победа есть победа». Для его выполнения вам понадобятся заезды серии двух улиц. Выглядят они как два автомобиля на синем фоне. Ну а потребуется от вас выиграть целых 6 заездов серии двух улиц. Следующее испытание называется «Люблю такую жизнь». Для его выполнения вам понадобится один из дрэкстрипов. А для выполнения испытания вам необходимо выиграть 5 этих заездов. Последнее испытание называется «Кто ж так фоткается с тачкой?». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику выпендрёж 5 раз. А для выполнения техники вам необходимо скомбинировать технику бок о бок и дрифт. Говоря простым языком, в заезде нужно обогнать соперника в дрифте. Ну а теперь поговорим о наградах. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую супер игру за 150 очков. Из легендарного в этот раз эмоция робот и легендарный синий гоночный костюм за 200 очков. Автомобиль редкий. Это Honda Civic Type R 18 года за целых 800 очков. Ну и главный приз этот форзафон — это Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series Forza Edition за 400 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон, который стартует 14 февраля. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.